Участники автомобильного сообщества КТА, клуба тюнингованных автомобилей, в субботу собрались вместе. Но на этот раз не транспортные средства стали тому причиной. Ребята решили съездить в гости к воспитанникам Кинешемского детского дома. В назначенное время тюнингованные авто въехали на территорию учреждения. Воспитанники и педагоги уже ждали гостей. Мы сюда приехали, здесь детдом, да, то есть в Кинешме. Почему выбрали именно его? Поступило предложение от местных ребят, которые тоже есть у нас, как бы, по регионам, да, то есть в Иванове есть, в Кинешме есть, ну и в других городах, таких как Москва, там, Петербург и так далее. Предложили съездить в Кинешму детдом. Мы поддержали эту идею, то есть поддержали очень многочисленно, как бы, и откликнулись достаточно большое количество людей. В гости участники клуба приехали не с пустыми руками. Привезли сладости и игрушки для развлечения детей и музыкальный центр для занятий. USB-воспроизведение с телефона по Bluetooth, то есть все самые навороченные технологии, которые есть. Это наш музыкальный руководитель. Да, это вам. Спасибо. Это вам, детдом, детям. В Кинешемском детском доме воспитываются ребята от 7 до 18 лет. Перед гостями встала непростая задача – найти общий язык с каждым. Поначалу стеснялись и обитатели дома, и визитеры. Познакомиться и подружиться помогли машины. Детям продемонстрировали все возможности автомобилей, а потом и вовсе вручили краски и предложили разрисовать понравившиеся машины гуашью. Положительные эмоции получили и воспитанники детского дома, и их гости. Все было очень круто. Я хочу еще, чтобы к нам приезжали. Приезжайте еще к нам. Это было очень классно просто. Я, конечно, очень рад, что сюда приехал. Рад, что порадовал детей. Машинки все разрисовывают. Подарочки им привезли. Вообще счастлив, рад, что сюда приехал, вообще ни капли не пожалел. Все удалось – и подружиться, и посмеяться, и поиграть. Свой визит в детский дом ребята из автомобильного сообщества КТА завершили рэпом собственного сочинения. Звуки тебе решат, так жить, по каким правилам сам должен выбрать путь. Они чтобы направили, и все советчики идут. Лесом пускай пройдет, жизнь или господь уже сам решает. Только тебе решать, как жить, по каким правилам сам должен выбрать путь. Они чтобы направили, и все советчики идут. Наталья Бутарина, РТВ Иваново, Кинешемский район. Спасибо.